У гэтым годзе акцэнт у дзейнасці органаў улады будзе рабіцца на развіцці сацыяльнай сферы. Неабходную дапамогу атрымаюць установы аховы здароўя, адукацыі, культуры і спорту. У Светлагорскай цэнтральнай раённай бальніцы нашым карэспандэнтам прадэманстравалі новае абсталяванне, якое пачало працаваць у гэтым месяцы. Об необходимости обновления рентгенологичного обсталявания у Светлогорской районной больницы казали давно. Тем больше, что з'явилися новые узоры, больше якостные и зручные. Гэта раней для рентгенаппарата необходима была зусім не танная пленка. Зараз выкарыстоўваецца лічбавый вариант. Более быстрое получение изображения, более высокая разрешаемость и более, для пациентов это лучше, потому что мы более быстро отдаем ответ. То есть результата не нужно сидеть, ждать в течение часа и больше, потому что пленочный процесс это очень длительный, занимает очень много времени, обработка, проявка, высушить снимок, все это занимает очень много времени. Новое обсталявание демонструют и у эндоскопичном отделении Светлогорской ЦРБ. Правда, для проведения диагностики оно еще не выкористовывалось. Зараз завершается процесс наладки. Штогод у больницы проводится каля 6500 эндоскопичных доследований. Сучасная аппаратура дозволит робить это больше якостно. Оборудование для бронхоскопии, как я уже говорил, является полностью автономным. То есть оно позволяет работать без использования электрической сети на аккумуляторах в течение около 6 часов. Такого оборудования в ЦРБ не было. Сярод набытага таксама машина хуткай медицинской допомоги и реанимобиль. У больницу он поступил каля месяца тому, але спотребился час для оформления усіх необходимых документов. Сегодня машина упершыню выехала на улице Светлогорска. Бригада реанимобиля прошла додатковую подрыхтовку и готовая до любых позаштатных ситуаций. У ЦРБ кажут, что такой машины у их не было николи, але потребность у ее отчувалася востро. Урэшце размова не только о повышении якости медицинских послуг, але и самих жыццях мясцовых жыхароў. Ну, все-таки европейское государство, качество жизни, уровень жизни растет. Люди хотят получать не только скорую, но и качественную скорую медицинскую помощь. Поэтому Министерством здравоохранения и правительством уделяется такое внимание. Закупаются, будут использоваться не только в больших красивых городах, но и в таких маленьких районах. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорска.